Ребята, всем привет! Да что дома сидеть? Решили прокатиться завтра на работу. Опять же, есть место интересное, сейчас вам покажем. Вот такая вот у нас тут красота. Вон, это какая-то старая плотина, похоже, была. Там вон бетонные постройки вдалеке. Мы здесь вот на обрыве прям стоим. Обалденно, конечно, ребята. Ветра нету, классно, блин. И такое настроение сразу же поднимается. Сейчас туда вот вниз съездим. Покажу вам, что там внизу. Там типа плотины какой-то старой. Короче, такие. Там с 90-х, похоже, постройки еще были. Вот какие виды-то здесь открылись-то нам. Тут бетона немерено просто. Бетонная. То ли плотина, то ли что это здесь. Старая дамба какая-то. Непонятно. Ну, такое. Что интересно, это здесь. Вот что. Гильзы. Гильзы ружейные, гильзы пистолетные. Вот такие вот. Вот такие вот есть. Вся земля усеяна этими гильзами. Ну что-то недостроенное здесь. Или брошенное просто давно-давно уже. Или же это какое-то, я так понимаю, что какая-то резервная плотина, или может изначально плотина была, как бы здесь строили айскую плотину, верхнеайскую плотину. Только по каким-то причинам забросили ее, непонятно. О, видите, все прострелено. Металл-то толстый. Да, тут вот кто сталком занимается, тут рай. Такие эти урбанистические виды. Полево 6. Вот такие вот. Вот еще. Вот такие вот еще гильзы. Да, мы стояли вот здесь вот наверху. Это вот предыдущие кадры были вот здесь сверху. Мы вот тут стояли. Вот такие вот гильзочки есть тут тоже. Вот телевизор, мишень. Ну, интересно, конечно. Да, это похоже, это была, планировалась плотина. Верхний ай. Вот за этими трубами, вон там, он где знак 30 стоит, там платник. Навряд ли увидят. Ну, такая шумная водичка. Вот как выглядит три трубы сверху. Выше водохранилища есть такое место, три трубы называется. Рыбаки-то знают, поймут. Вот сейчас воды полно. А вот с другой стороны. А здесь вот такое вот. Тут вода втекает, с той стороны вытекает. А, что, пойдем посмотрим.
И вот таких трубы здесь три. Вон одна труба, вот одна труба. И сейчас пойдем спустимся к тем трубам, где вытекает вода. Вот отсюда, если посмотреть, видно прям, как река идет. А там как такая ступенька вниз так резко. То есть перепад высоты прям видно прям глазом тут. Наверное, с метр. Вот еще. Но напор хороший, воды сейчас много. Вот здесь и на поплавочек рыбачат стоят люди. Ну вот сюда вот прям кидают. Кто-то с косыночками стоят рыбачат. В общем, такое довольно популярное место. И не только у рыбаков. Хорошую погоду здесь вот купаться можно, вот такой пляжик. А вот здесь вот, где три трубы, озерцо такое маленькое есть. Вот оно вот во льду. Вот подошли, а тут лед. Тут что-то втекает водичка сюда. Похоже. Ага. Камень возьму, проверю. О, он нормально прочный. Так-то. В общем, идет потихоньку зимняя рыбалка. Зимний сезон откроется. Речка и наши ребята. Такие вот места. Вот какие у нас тут еще затончики старица. Красивые. Бобров тут, видимо, немерено. Вон по тому берегу, он там погрызено все. Вот смотрите, как работает бобер. Во. Вот это работа бобра вся. Он как зубами грызет. А вон там он выше, там плотиночка. Хату бобровую, конечно, отсюда не увидим. Они там дальше где-то. Но бобры орудуют здесь капитально. Потому что видно, что деревья поваленные, свежие, растущие деревья лежат. Вот плотинка интересная какая. Вот у этой трубы по весне можно ловить хариуса. Сам лично его здесь ловил. Речка бежит спокойно в ожидании льда. Вот он, мост впереди. Айский мост. И трасса М5. Красиво, спокойно здесь. Только дорога шумит. Вот эта лиственница, я помню, сюда еще пацанами приезжали мы на велосипедах. Это лиственница все стояла. Красивое дерево. На этом заканчиваю свой короткий выпуск. До новых встреч. И, наверное, увидимся на рыбалке уже. Пока-пока.